Добрый день, капитан команды Наполя Фашагов Дмитрий. Сегодня играли с командой Фиорентина, экзотическая команда, которую вы, к сожалению, проиграли. Но матч складывался, в принципе, неплохо, первую половину для вас. Но потом вы потеряли нить игры. Почему именно, можете рассказать? Да, в первом тайме все складывалось довольно неплохо. Повели, поймали кураж, наверное, расслабились, подумали, что все, уже доиграем так. Пропустили, побежали в атаку, пропустили еще. И, ну, в общем, не хватило времени, я думаю, так бы, может быть, бы ничью бы вывезли. Но вы настраивались именно на этого соперника? Или играли по наитию? Ну, скажем, скорее настраивались определенно на него, но не получилось именно реализовать наш настрой, играли скорее уже по ситуации. Ну, ваша игра заметно как бы прибавляет, видно, что улучшение взаимосвязи между линиями. Как вы думаете дальше развивать эту нить игры? Ну да, появляется сыгранность, есть определенный костяк в команде, несколько человек. Сейчас пока что пробуем игроков, новых просматриваем, в общем, ну, будем усиляться. Я думаю, на второй круг мы выйдем уже в оптимальном составе. Может, сопернику помогли его болельщики? Да, болельщики очень-очень здорово себя проявили. Нам таких болельщиков не хватает. Спасибо большое. Капитан команды Фиорентина Али Хасан. Бадави Хасан. Сегодня играли с соперником Наполи. Матч закончится в вашу пользу. Но вначале были сложности. Соперник отвечал голами на гол. Расскажите по игре, как для вас именно? Ну, я думаю, сегодня мы не очень хорошо сыграли. Сегодня игра не была у нас так сильно организованной. Ну, мы в конце смогли забить гол благодаря нашего игрока Хасана. Сегодня 3 гола забил. Ну, сам соперник доставлял вам какие-то неприятности? Ну, соперник, да, сегодня вроде я смотрел его видео. Он сегодня был организован. Трудно было дойти до его гола. Ну, я думаю, мы сыграли плохо, но лучше, чем прошлая игра. Но вы именно настраивались именно на это? Мы настраивали на победу больше, если честно. Ну да, и в конце концов мы играли. Это самое важное, что мы выиграли. Ну, вот, самое важное, 3 очков, да. 3-2, ну, самое важное, что мы выиграли. Но вы считаете счет по игре, или мы могли еще пропустить? Я думал, мы могли еще забить. Ну да. Просто чуть-чуть организованно надо сыграть. Мы еще как-то устали после учеба, поэтому не могли так играть хорошо. Хорошо. Спасибо большое, с победой вас. Спасибо.